В Щелковской торгово-промышленной палате начинается важный этап работы. Ее члены собрались в Центральном дворце культуры на общее собрание, на котором был решен ряд организационных вопросов. Перед началом собрания его участникам были показаны стенды, на которых можно было познакомиться с продукцией успешно работающих щелковских предприятий. Выставку увидел и глава городского округа Андрей Булгаков. В своем приветственном слове он отметил важную роль торгово-промышленной палаты в улучшении делового климата и повышении инвестиционной активности в бизнес-среде. Очень для нас важны те проекты и дела, которые вы реализовываете. Повторюсь, рабочие места, новые инвестиции на территорию, интересные предприятия не только строительного сектора, разного профиля, промышленности, пищевая, сельское хозяйство. И это приоритет. Приоритет не только губернатора, но и моей команды. Поэтому очень рассчитываю на партнерство, на дружбу и на вовлеченность в это торгово-промышленной палаты. Основными вопросами на собрании стало избрание нового руководства организации Совета торгово-промышленной палаты и ее нового президента. Им выбрана Мария Тарасова. У нее более 20 лет трудового стажа. Она работала на руководящих должностях промышленных и консалтинговых предприятиях. Сейчас является депутатом муниципального совета. В первую очередь нам предстоит очень нелегкая, непростая задача. Мы должны вернуть доверие к Щелковской торгово-промышленной палате. Мы должны встать на защиту нашего бизнеса, оказать содействие в развитии, в решении вопросов, проблем, в привлечении инвестиций в наш городской округ для того, чтобы поднять нашу экономику, улучшить бизнес-климат. Собрание Щелковской торгово-промышленной палаты завершилось награждением наиболее активных ее членов.